Военные группами патрулируют в карауле левую береговую линию Днепра, которая находится под контролем вооруженных сил России. На этом участке южной линии соприкосновения и Украины ну просто нет. Обе стороны буквально берегов наблюдают друг за другом. Ну как наблюдают? Проверяют Евника. И это только на первый взгляд тихо, но камера не при вибрации, а вдалеке бахает. Это в бой разумеющий. Кроме нас, ну вот тот берег стоит Украина, и они постоянно сюда пытаются высадку сделать. То есть высадка десанта еще. Мы отбиваем их не атаками. Отбиваемся. Но вот эта история с лодками, то есть это какие-то это штучная история или это прям системная, постоянно какие-то группы? Выдвигаются группами там по 6, по 11, по 30 лодок. Он же сложнее переплыть, чем перейти. Поэтому как бы проще нам обороняться. Приходится немножко работать даже. Да. Да. Это смертники плывут. Все смертники. Ни один не переплыл. И ни один не вернулся. Я так понял, что еще и мины приплывают. Есть, да? И мины. На разных участках нашу сторону берега они обрабатывают. И с РЗСО градов, и с гаубиц периодически. И потом бывает через некоторое время, через час-два могут выдвинуться на лодках на эту сторону. ДРГ это или не ДРГ, может это попытка как бы атаки закрепиться на этом берегу. У них не получается. В случае, когда есть постоянные угрозы и с воды, и с воздуха, на сеть укреплений под строжайшим секретом. Тут и согреться холодной осенней ночью можно, есть буржуйка. И главное... Вот как. Чтобы... это типа теплый... Да, утеплитель. 12 стоим, 12 отдыхаем. 12 стоим, 12 отдыхаем. Вот так. Yes. Yeah. То есть это просто вот и в том числе и пешие, да, проходим. Да, проходим берег полностью. Ночью никто не отдыхает. Ходим, смотрим, чтобы враг не прошел сюда, и все. Дмитрий Маслак, Егор Кузнецов, Максим Клочков, CGTN, Запорожье.